Хок Таня с места Ангар и Игра Глаз. И сегодня я расскажу вам про вот это место и про мою жуткую ностальгию поиграть в World of Warcraft, когда я тут нахожусь. Знаете, бывают в реальности какие-то места, где кто-то приходишь, и тебе это место очень напоминает какой-то момент в виртуальном мире. И вот это место, оно очень напоминает мне. В World of Warcraft локация была, по-моему, до каких-то типа 20-х уровней. 16-х, 20-х. Я уже не помню даже, как она называется. Смысл в том, что там гоблины в таких вот роботах сидели и выкорчевывали деревья. И вот когда я тут хожу по этой локации, хочется сказать, я прям вот ощущаю, как будто бы это оно и есть. То есть у меня на 100% ощущение, что... У меня на 100% ощущение, что я сейчас вот где-то вот в World of Warcraft. Прям вот оно чувствуется тут. Я не знаю, сложно, получится ли через... Вон там какой-то дым, да? Получится ли передать вот это ощущение на видео? Ну, я действительно, просто вот когда я иду, у меня прям жуткая ностальгия по World of Warcraft. Причем, вы знаете, в World of Warcraft, наверное, только это. Одна единственная эта локация, она на меня такое впечатление произвела. В большинстве своем, когда ты в реальности вот где-то гуляешь, ты никогда не почувствуешь вот этого ощущения, то что у меня такое редко бывает. Но вот конкретно вот это место, оно прям вот меня бьет в самое сердце. И я снова, как будто бы мне снова, не знаю, там 20 лет, и я играю в World of Warcraft. Да, как давно это было? Это было как раз лет 12 назад, да. Мне было 20, сейчас мне 32. Вот, так что я тут иду, и мне прям хочется в World of Warcraft поиграть. Вот такое, такие дела. Расскажите, есть ли у вас такое место? Встречали ли вы в жизни место, где вот вы гуляете, идете мимо и понимаете, то, что это место из онлайн-игры, где вы были, с которым у вас связаны какие-то такие впечатления, воспоминания. На самом деле у меня в этой локации, вот, вы, наверное, кто играл в Warcraft, вспомнили ее, да? Я толком там, я там бегал несколькими персонажами, ну, может, двумя-тремя. И так как-то квесты особо там не делал, просто так мимо пробегал, но как-то впитал атмосферу того места. И тут она, видимо, как-то вот триггер, как, знаете, курочек нажимается, и я ощущаю снова вот эти эмоции какие-то из того старого, давнего World of Warcraft образца там 2004-2005 года. Друзья, рассказывайте про ваши локации. Есть ли что-то такое, что вас как-то цепляет за душу? Буду ждать ваших комментариев. Пока.